А четвертая смена в детском оздоровительном лагере «Березка» сильно отличается от предыдущих. В конце прошлой недели туда съехались танцоры из разных регионов. А сегодня Summer Star Dance Camp 2018 открылся официально. Свежий воздух, веселье и, конечно, танцы. В детском лагере «Березка» открылась танцевальная смена. За 21 день эти дети пытаются освоить разные танцевальные направления. А помогут им в этом именитые хореографы. Это бомбический лагерь, он организован впервые в Чувашской республике. Здесь очень много тренеров с различных городов, которые готовы давать свои навыки, свои умения детям, чтобы дети впитывали. Нам нужны были те, которые зажгут публику, те, которые смогут показать на высшем уровне достойный мастер-класс детишкам. А список тренеров довольно внушительный. 8 участников самого известного танцевального проекта страны и более 20 хореографов со всей России. И каждого из них отдыхающие ждут с нетерпением. Хочется пойти ко всем, потому что это колоссальный опыт, и лучше пробовать все стили. Но хотелось бы к Даше Ролик, к Ире Красной и ко всем. Я научусь чувствовать свое тело лучше, научусь понимать его, узнаю новые стили, буду в них развиваться и достигну чего-то нового. Республика Коми, Татарстан, Чувашия. В лагерь съехались юные танцоры из разных республик. Например, Ильдар Чеботарин приехал из Сыктывкара. Я хочу научиться танцевать во всех направлениях и увидеть всех хореографов. Но больше всего Ильдар ждет мастер-класс по брейк-дансу. Он, кстати, пройдет уже в эту среду. Женина, Валерий Резюков, Республика.